Сегодня Рамазан Абдулатипов провел рабочую встречу с главой администрации Дербента Азадир Агимовым. Необходимо приложить все силы, чтобы Дербент стал комфортным для жизни людей и привлекательным для гостей, отметил Абдулатипов. Он также посоветовал активно взаимодействовать с депутатским корпусом и очищать администрацию от недобросовестных чиновников. Сегодня древний город под особым контролем президента страны Владимира Путина. На его реконструкцию, несмотря на непростую экономическую ситуацию, выделено около 1 миллиарда рублей. Республиканское правительство на эти цели направило 400 миллионов. Ваша задача – это полностью обустроить древний Дербент по-современному, чтобы это был город комфортный для жизни людей, чтобы это был город привлекательный для всех россиян и не только россиян, потому что это историческое достояние Дагестана и России. Поэтому это огромная ответственность быть руководителем города Дербента, древнейшего города. Это визитная карточка не только Дагестана, но и Российской Федерации. Поэтому соответствующее должно быть отношение к Дербенту. И такое отношение будет со стороны руководства республики. В свою очередь Азадир Агимов доложил о подготовке к юбилею. По его словам, завершается реконструкция главных улиц. Все запланированные мероприятия проходят без отклонений от графика. Своим видением ситуации по Дербенту поделился и председатель правительства Абдусамат Гамидов. Он отметил, что необходимо также решить вопросы переселения из ветхого жилья и завершить строительство 15-й школы. По завершении встречи Азадир Агимов ответил на вопросы журналистов. Комментируя свое вступление в должность, он отметил основные приоритеты дальнейшей работы – это подготовка к юбилею, решение накопившихся проблем и реализация приоритетных проектов развития Дагестана. Сегодня один из важнейших приоритетов – это общеизвестный, это подготовка города к юбилею, 20-летию основания города Дербента. Это приоритет определен президентом Российской Федерации для всех практически органов власти, не только Республики Дагестан. Второе – это решение накопившихся проблем в различных сферах жизнедеятельности города Дербента.